Привет, меня зовут Электоратор, и это Дебаттл! МС слева, представьтесь! Эмедвед. Принято! МС справа, представьтесь! Мистер Вассерман. По итогам жеребьевки начинает Эмедвед! Погнали! Председатель правительства, министр самый первый. Речи льются в граните, каждая становится мемом. Поднимите руки, пенсионеры, подтянитесь. Как настроение? Денег нет, но выдержитесь. Покемонов коллекция, чемпионство в Angry Birds. Если берусь за дело я, то берусь всерьез. Да, у тебя IQ 150, но видишь ли, бро, я круче, ведь у меня новый iPhone и MacBook Pro. В эфире своя игра. Вопрос за 200. Скажи-ка, премьер, честно, где наши пенсии? Благодаря тебе правительству нет уж веры. Что, если не продержишься? Протянут ноги пенсионеры. Ты занят селфи и твитами, а карман у людей пуст. Ты вовсе не Уинстон Черчилль, скорее Марсель Пруст. Бери пример у справедливой России. Реально, 25 их законов изменит к лучшему жизнь кардинально. Их номер запомнить просто, 14-й в списке. Прямо как твой день рождения, с днюхой, держи риску. Ведь я председатель Единой России, партии дела. Мы обещать умеем, мы обещаем смело. Все будет сказочно, лет через 10-20. Главное здоровье, настроение, главное продержаться. Да и к чему перемены? Наша программа проста. В стране уже все отлично, люди живут лет до 100. Все счастливы, нет проблем, это не агитация. Народ знает, у Единой России безукоризненная репутация. Хотя, вундеркинд, можешь все-таки помочь. Покажешь мне, как обновить прошивку Apple Watch? И как только тебе на все гаджеты хватает рук? К дядям в кабинет министров придешь и запилишь лук. Потом, что у тебя тихий час, прогулка или обед. Не забудь затвитить оттуда свой важный фотопортрет. В одном лишь ты прав, действовать давно уже пора. Прошивку сменить бы руками. Руководство ядра. С таким, как ты, у руля еще долго толку не будет. Нам нужны в правительстве действительно мудрые люди. Жара! Ну что же, это был последний предвыборный дебаттл. А кто победил, народ решит на выборах 18 сентября. Ждем всех на избирательных участках!